ребята, сегодняшний улов. Это рисованные игрушки. Вот такие вот чайные рисованные игрушки. Есть легенда о том, что чай, вот эти вот игрушки делаются с испитого чая, уже пропитого чая. Но я не уверен, не знаю, может просто с остатков каких-то или еще что-то. Ну, это действительно чай. Это пуэр с провинции Юнань. Вот такие вот вещи мы сегодня прикупили. Вот, а еще у нас сегодня в улове хунанские чаи. Красные чаи, красные и черные. Тоже прессованные чайки. Вот всякие разные. Вот. И цветочные.